В зале более 500 партийцев. Это и делегаты первичных отделений партии, действующие депутаты и лидеры предварительного голосования. Гость Барнаула отметил важность предстоящих выборов. То, как проведена конференция, то, как подобраны все делегаты, и как следствие по итогам предварительного голосования составлен список, говорит о том, что здесь, в Барнауле, очень серьезно относятся к предстоящим выборам. Делегаты конференции утвердили тройку лидеров, которые поведут за собой партийцев в Гордуму. Ими стали Вячеслав Франк, председатель Гордумы Галина Буевич и почетный строитель России Владимир Отмашкин. Лидеры списка партии поделились своим видением приоритетных направлений в работе. Я удовлетворен теми решениями, которые сегодня были приняты на конференции. Надо сформировать партии ту Думу, которую мы сегодня с вами наметили в рамках принятие решения кандидата. Если взять три слова, определяющие, как всегда говорят, любят, назовите три самых главных слова. Вот я бы назвала ответственность, вдумчивый подход и, главное, вера в тех депутатов, которые придут. Напомним, со своими кандидатами, которые возглавят партийные списки на предстоящих выборах в Барнаульскую думу, уже определились новые люди и КПРФ. Правда, единороссы пока первые, кто озвучили список кандидатов от партии и объявили о формировании предвыборной программы. Дмитрий Дроздов, «День с толком».